Привет! Сегодня я покажу, как установить и играть в игру под названием «Братья по оружию 3». После того, как вы по ссылочке под видео скачаете архив, распакуете его, у вас будет вот такая вот папочка. В этой папочке будет также текстовый документ по установке, куда конкретно все как бы нужно установить. Также здесь будет два APK-файла. Вот первый APK-файл, вы как видите, модифицированный офлайн, то есть можно играть без интернета. А второй, вот он уже онлайн получается. Кэш будет у меня один, также можно будет с форума скачать вам подходящий кэш. Ну а также вот он у меня будет, вот этот вот кэш, как бы я вот играл, мне понравился. Вот как нужно установить. Подключаем свой девайс Android к компьютеру, как USB накопитель. Тут видимо обнаружено новое устройство. Наше устройство Android OPP, и значит вот этот вот кэш просто скидываем вот сюда папочку OPP. После того как вот скачался ваш кэш, нам нужно скинуть APK файл. Я как бы вот создал себе здесь такую папочку, назвал ее тут и постоянно скидываю туда такие файлы. Вот я буду устанавливать, проверять офлайн файл, то есть без интернета. Как скачали, отключаем свой девайс и идем в установку. Находим в своем девайсе в любой файловый менеджер, вот у меня Total Commander. Берем APK файл наш для установочки, вот она у меня папочка тут. Вот высветилось наше приложение. Нажимаем установить и ждем оконцовочки установки. Так, установка завершена. Теперь выходим в наше меню, находим установленный файл, вот он, BR3, и запускаем его и смотрим, что получилось. Поближе, как бы, чтобы виднее было. Сейчас будем прибавить. Как видим, все на русском языке. Ждем вот здесь вот загрузочка такая. Проведи отряд через окопанную деревню в голову 1. Все, вот видим, загрузочка прошла, нажимаем и видим, что игрушечка у нас начинается, все идет, все прекрасно. Графика вообще отличная, просто очень мне понравилось. Тут как бы я переводить не буду, вам читать. Сами прочитаете, посмотрите. Ну, графика вообще супер просто. И смотрим дальше. Сейчас примерно покажу, как нужно играть. И как появляется у вас прицел, берем так на цель, прям в голову давайте. Все, погнали. Все. Все, дальше погнали. Дальше. Что там у нас? Танк. Много танк нужно уничтожить. Так. Я покажу, пока ты не сделал. Так. Нужно просто добежать туда суд до базуки. На месяц на танк на наш. Вот на эту. И выстрел сделать из базуки.
Да, вот и все. Сегодня я вам показал, как установить и запустить игрушку. Братья по оружию 3. Также хотел бы просить вас, чтобы подписывались на мой канал. Буду стараться отбирать хорошие игры, снимать про них обзор, как установить. И также хочу заметить, если в данной игре у вас она будет вылетать или там тормозить, дело все в кэше. Чтобы, то есть, скачать другой кэш для данной игры, также будет вот здесь вот. Вот эта вот ссылочка. Чтобы скачивать, там, естественно, требуется регистрация. Это FPDA4, как бы всем известно. Форум. Регистрация-то, естественно, бесплатная. Также все вопросы можно там решить. Всем пока, ставьте классы. До скорого.